Всем привет, это ваша ежедневная доза интернета. Этот парень в пробке хвалился мощностью своего движка в Ламборджини, когда тот загорелся. Он успел выбежать из машины, хотя та была объята огнем уже через несколько секунд. Эти люди ведут себя так, будто никогда не видели двух собак, едущих в машине. А вот крошечный детеныш кальмара, который вышел на прогулку. Эта локация в Испании выглядит будто поверхность Марса. Вот таймлапс, который показывает, как сильно изменился Дубай с 1984 по 2018 год. А вот черепаха, жующая кактус. Спасибо большое за просмотр и отдельное спасибо, если поставите лайк под этим видео. А перевел и озвучил виски. Ага.